Всем огромный-огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Вкусный, быстрый завтрак за 3 минуты – это реальность. Также расскажу вам секрет очень вкусной манной каши 100% без комочков. Оставайтесь со мной! Что нам понадобится для этого рецепта? Кашу я готовлю в пропорции половина молока, половина воды. Также нам понадобится манная каша, немного масла, сахар по вкусу и вот щепоточка соли. В кастрюльку, желательно с толстым дном, я наливаю воду. Добавляю сюда же молоко. Вода у меня комнатной температуры, молоко просто из холодильника холодное. Добавляю сюда сразу сахар, соль. И вот сюда, прям в холодное молоко, высыпаю манку. Все хорошо перемешиваем. Все перемешала. Теперь отправляю на плиту, даю молоко закипеть и варю 2-3 минуты до готовности манки. При таком способе варки каша получается очень эластичная и без комочков. Посмотрите. И добавляю кусочек масла. Пробуйте, готовьте. Каша получается очень вкусная. И завтрак за 3 минуты. Кому понравится, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо. До свидания и пока-пока.